Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам приостановила в понедельник конкурс на замещение должности директора административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике. Проведение собеседования с двумя кандидатами перенесено на неопределенный срок решением большинства членов комиссии. Ее председатель Игорь Мунтяну напомнил, что всего 5 человек подали документы для участия в конкурсе, из которых 2 были допущены к следующему этапу – собеседованию. Недавно мы получили дополнительную информацию, которую комиссия должна проверить. Речь идет о некоторых обращениях, отправленных в Национальный орган по неподкупности и Национальный центр по борьбе с коррупцией, которые слишком важны, чтобы их игнорировать. Депутат отказался уточнять, о какой информации идет речь и к кому из 2 кандидатов она относится, пообещав, что общественность узнает детали после того, как комиссия проверит информацию.